Здравствуйте, меломаны, аудиофилы и просто кто ищет качественный звук. В этом обзоре хочу поделиться своими впечатлениями о прослушивании еще одного гибридного операционного усилителя от гонконгской компании UFIL, а также затронуть одну очень важную тему, как улучшить звучание конкретного девайса или как научиться выбирать конкретное устройство по внутренней элементной базе, то есть начинке устройства. Это важная тема, особенно для новичков, но об этом в конце ролика. Итак, благодаря Максиму из OP-AMP Audio я тестирую уже не первый раз продукцию от этих китайских разработчиков. Конечно, рано делать выводы по нескольким отслушанным моделям, но то, что мне действительно нравится у них в разработках, так это нестандартный и смелый подход к некоторым решениям, которые я еще не встречал даже у именитых брендов. И то, что каждая отслушанная мной модель достаточно хорошо сбалансирована и со своим характером звучания. Это явно указывает на то, что в этой компании трудятся увлеченные своей профессией люди, которым не чуждо такое понятие, как звук. То есть такие же аудиоэнтузиасты, как мы с вами, которые ищут что-то свое. Итак, вернемся к нашей теме сегодняшнего ролика про гибридный операционный усилитель. Данная модель имеет очень интересное название Super Muses Tower, которая как бы намекает на схожесть с очень популярными операционными усилителями от японских разработчиков. Сразу скажу, что звук китайского гибрида не похож ни на один операционник из линейки Muses. Вся линейка у японцев имеет свое узнаваемое звучание. Я уже описывал подробно звук Muses в моих прошлых роликах, так что кто не видел, ссылки будут под видео в описании. Что еще хочу отметить? То, что UFIL вообще очень скрытные ребята. Помимо того, что они дают очень мало информации по своим продуктам, так они еще и затирают маркировки на операционных усилителях, которые применяют в своих разработках. Единственное, что известно, то, что в схемотехнике данного гибрида применены два операционных усилителя. Притом, один двухканальный, основной, и второй, роль которого неизвестна, но могу предположить, что это или буфер, или какая-то корректировочная цепь схемы. Если кто-нибудь знает архитектуру данной разработки, напишите в комментариях, какую функцию выполняет второй операционный усилитель. Встречаю я такую схему уже не в первый раз, а вот информации мне найти не удалось, а разобраться интересно. Итак, какой характер звука имеет данный гибрид? После более 10 дней прослушивания сотни разных треков могу сказать, что Super Muses Tower имеет в рамках своего бюджета довольно честный звук с хорошей прозрачностью и детализацией. Он не пытается как-то украсить или загладить углы в музыкальном произведении. Напротив, если запись плохого качества, вы сразу это ощутите. Что касается низких частот, то бас ровный, у него нет псевдообъема или раздутости. Он очень хорошо забирается в глубину и имеет ровный, плотный мид-бас. Средние частоты без явных акцентов. Высокие частоты хорошо проработаны. То есть, если в записи есть резкие звуки, вы их ощутите, но при этом они не ярчат сибилянтами. Что касается стереопанорамы, то она правильных пропорций. Звук не стремится за пределы акустических систем, но и узким его не назовешь. Возможно, может показаться, что звук мониторный, но это не так. Данный гибрид имеет достаточно ровное звучание. Он хорошо передает атмосферу и динамичные всплески в музыкальном тракте. Что же касается жанровых предпочтений, то он абсолютно универсален, но многое, конечно, зависит от того, какой операционный усилитель стоит с ним в паре. Теперь приведу несколько примеров, как и с какими операционными усилителями он сочетается. Сразу поясню, поскольку он двухканальный,
В ЦАП я его использовал, в преобразователе ток напряжения. И как он поведет себя в фильтре низкой частоты, я не знаю. Итак, Tower и 2590 от Sparkus Lab. Звук очень детальный и прозрачный, с хорошей прорисовкой микронюансов. Понравилось, как данная связка немного выделяет струнные и клавишные. И все это с хорошими плотными низкими частотами. Данная связка хорошо подойдет ценителям светлого звука. По жанрам она универсальна. Хорошо подходит как для музыкальных произведений с живыми инструментами, так и для классических рок-композиций. Tower и Staccato – звук с хорошей прозрачностью и детализацией, с небольшим укрупнением образов. Бас мягкий, с хорошим мид-басом. Есть небольшой фокус в районе средней частоты, что слегка выделяет вокал и смычковые. Данная связка хорошо подходит любителям живых инструментов в музыке, но лучше для агрессивных жанров ее не использовать. Tower и Alpha 401 – ровный, сбалансированный звук, с легким креном в теплые тона, без явных перекосов по АЧХ, с хорошей детализацией и прозрачностью. Данная связка универсальна, но хочу заметить, что она хорошо подходит для классических рок-композиций. Tower и SX-35 – звук с очень широкой стереопанорамой и небольшим креном в теплые тона. Детализация хорошая, но рисуется крупными мазками. Хорошо подходит для популярных и для динамичных современных жанров, к примеру, клубной и электронной музыки, где нужна скорость и ритм. Tower и 1LA – достаточно слитная и широкая стереопанорама с довольно хорошей прозрачностью и детальностью. Все микронюансы в тракте присутствуют, но без излишнего подчеркивания. Плотные низкие частоты и прозрачные высокие частоты. Связка по жанрам универсальная, хорошо подходит как для популярных и электронных жанров, так и для рок-композиций. Tower и Oppo 1611 – светлый ровный звук с хорошей детальностью, хорошо подходит как для музыки с живыми инструментами, классического рока, так и для динамичных жанров. Теперь поговорим про различные звуковоспроизводящие устройства, а точнее про внутреннюю схемотехнику, компоновку и элементную базу, и как это все влияет на звук. Многие из нас постоянно в поиске своего звучания, постоянно меняют девайсы из раза в раз, покупая все дороже и дороже. Ведь производитель обещает суперзвук и суперсхему, но при постоянной замене устройств так и не находит свое звучание, постоянно что-то не то и не так. Дело в том, что сейчас идет эра маркетинга. Производители вынуждены держать конкурентную цену на рынке. И начинается жесткая экономия на всем, удешевление производства любыми способами. Говоря проще, там, где в цепи должны стоять электролиты с низким ESR, ставят промышленные неизвестных брендов. Там, где должны стоять пленочные конденсаторы, ставят керамику. Или вообще ставят SMD-компоненты, которые предназначены непосредственно для портативных устройств, так как весь портатив обусловлен жесткими рамками габаритов. Многие люди не вникают, как работает то или иное устройство, поэтому мало кто обращает внимание при выборе конкретного девайса на внутреннюю компоновку элементной базы. Как итог, это разочарование. Один из примеров такого удешевления – это популярный недорогой ЦАП Су-2 на двух звуковых процессорах PSM-1794. Более подробную информацию про него вы найдете на канале Александра «Вокруг стерео». Советую читать там комментарии под видео, люди делятся там своими впечатлениями. Лично я на своем длительном опыте хочу рассказать, как, к примеру, керамические кондюки гадят звук на высоких частотах, делая их жесткими и резкими. Простая замена на пленочные решает этот вопрос. А промышленные конденсаторы, не предназначенные для аудио с завышенным ESR сопротивлением, к примеру, в фильтрах питания, делают звучание мутным и сглаживают все динамические атаки и всплески. К
Как итог, вялый и мутный звук с резкими высокими частотами или завышенной верхней серединой. Но и опять же, бездумная замена конденсаторов не приведет к улучшению результата. Нужно конкретно знать, что и куда ставится в конкретной обвязке к конкретному устройству. И если вы хотите углубиться в этой теме и научиться минимально разбираться, хочу вам посоветовать канал Дмитрия Маркова «Дакмастер». Он наглядно показывает, как можно улучшить звучание, а также все объясняет. Думаю, многим эта тема будет интересной и пригодится в будущем при выборе устройств. Ну а я продолжаю тестировать различные операционные усилители и делиться своими впечатлениями. А также спасибо Максиму из OP-AMP Audio за предоставленные на тест операционные усилители. Как обычно, все ссылки в описании. Всем до скорого!